страшно, мы то грубо, то нежно, то грубо, то нежно. То, что между нами, необъяснимо толком. На твои вопросы все отвечаю колко. Ненормальная стерва, тебе же нравится, да и сам ты псих. Начинается. Take me back, don't leave me. Don't be bad, don't hurt me. Listen to me when I say I know what you did, so when you said you let go. Привет, Сандра Виталини на связи. У нас сейчас рейтинг-тест по английскому. Я его уже написала и снимаю для вас из-под полы. Президент Украины. Скажи. К нам уже обращаются. А тут пришел злой учитель и все убрал. Ольга Юрьевна, скажите что-то для блога. Это Мишка. Мишка любит Машку. Будем гулять. И что нам с этим делать? Кто-то идет за этим. Джавана, моя царица ритма капуэйра. Ты моя бум-бум-бейба. Девочка, мулатка, шоколадка с пляжа Рио-де-Жанейро. О, моя бум-бум-бейба, Джава. Безумно. А что ты делаешь? Я тебе на вопрос отвечаю. А, отвечай, давай. Я забыла вопрос. Что хочешь себе в будущее сказать? Ты все сможешь. Когда у вас наследство? Детка, покажи мне, когда у вас наследство. Кто едет в кино? Мы едем в кино. Куда мы едем, рассказывай. Ты же сказала, мы едем в кино. На какой фильм мы едем? А мы едем на фильм «Шахрапики». Прям как мы с тобой. Шпионки, блин. Чисто мут, шпионы по жизни. Я, короче, сижу с пауэрбэнком и свечу этим фонариком людям в глаза, которые сидят рядом. Они уже возмущаются, но я же не специально. Мы уже в кино. Воу-воу-воу, кто это просто дико флексит. Молодец. Круто, да, было? Вообще офигенно, да? Александра Виталини. Звезда спускается с неба просто. Этот эскалатор идет вверх, а она спускается вниз, тупица. Ой, боже. Честно, будет отбегать вот там вот так вот. Скажите, пожалуйста, я заказывала пиццу, а мне привезли суши. Что происходит? Девушка, я не занимаюсь торговлей суши и пиццей. Вы попали на резкую птицефабрику. Ну, как это? Я такой курятину. Курятину? Да. Можно курятину, хорошо. По сниженным ценам тут находится. Ну, если вы можете заменить на курочку, то я буду не против. Я сейчас пришла на ивент Пинка. Thank you.
очередь очень хочу поблагодарить Вику, потому что для меня Пинку. Гутен морген, мои школьные будни начинаются. Я бегу в школу, у меня сегодня на первом уроке контрольная, поэтому мне нужно прийти раньше. Действительно, в последнее время я не особо часто туда посещаю это заведение. У меня сейчас будет контрольная, I'm preparing for it. Ребята, я уже написала 3 контрольные за сегодня, и это еще не конец. В нашей школе сегодня ярмарка, сейчас пойдем посмотрим, кто чем торгует, будем покупать еду. А что, иначе как не еду? Сейчас найдем своих подружан. Там у них пирожные с коньяком. Что, наливаете коньяк? Нет, компот. Я наливаю. Ты меня видишь? Как выдор. Что-что? Как выдор. Значит, я не слышу, что ты говоришь, что у нас все Отлично. Да. Вот это вот наша доска почёта, и где-то там... Хочешь показать вон на ней? Вон на меня. Моя зирочка. А ты где у нас? Ай-яй-яй-яй, сейчас найду себя. Па-па! Старс просто. Какой у тебя урок, Аня? У меня не бизнес. Бизнес? Да. Серьёзно? Да. Идём? Нет. Я не пойду. Я могу. Да? Все хорошо. Делай так. Нет. Я тебя не знаю. Короче, ребята, у меня просто as usual. Я уже очень сильно опаздываю на французский. У меня сейчас будет подготовка к экзамену. Вот, и я всегда опаздываю туда. Это просто как смысл жизни. После французского попаду домой около 10 часов вечера. Из-за того, что очень много пропустила, мне нужно будет сейчас все досдавать. Начинается мой стандартный сумасшедший ритм жизни. Оставайтесь со мной. Месье Сергей, вы видите, как я бегу на французский? Я еле ползу из последних сил. Тук-тук, я твой друг. Мы тут обсуждаем тяжелые экологические проблемы. Боже. Меня не заблокируют за такой контент. Говорит. Нет, крестно говорит, что это очень развратно. Я сейчас приехала в студию своих партнеров Air. Это классный контент, красиво снято, разные планы. Какие прикольные образы участниц. Какой же у нас сегодня вкусный и потрясающий ужин. Тальятелле с белыми грибами, креветки, тартар из лосося.
а также мое любимое блюдо ростбиф с трюфелями. На этой нотке я хочу закончить это видео. Ставь пальцы вверх, подписывайся на мой канал, также на мой инстаграм Sandra_Vitalini. Ну а мы увидимся уже с тобой в следующем видео. Пока-пока.